Всем привет, друзья. Парни, ну, набор теперь полноценный. Приехал ко мне пресс. Все, вот такой вот набор. Это тот набор, который я не перестану рекламировать, потому что набор очень хороший. Я даже больше скажу. Это набор, который смело может утереть нос любому станку Лилот. Вот. За цену, которая ниже, чем стоит Лилот. Так что, парни, смотрите, вот такой вот пресс. Пресс просто сказка. Работает, конечно, отлично. Довольно-таки мягкая работа. Ну, по сути, как бы можно сказать, конструктивно скопирован с пресса. УПС, но далеко не УПС. Массивная площадка, пацаны, массивная площадка. Вес, ну, килограмма 3 весит вот этот пресс. Вот, с восьмерки металла. Такие вот подставки кожаные наклеены специально, чтобы он не стоял плотно. Стоял уверенно на столе, чтобы не совался. Мощная штанга, пружина, то есть сам упор вот такой вот сделан, тут с увеличением, тут с уменьшением, вот такой ролик, вот все, нету нигде сварки, все везде, вы видите, везде на винтах, я сейчас покажу обратную сторону, смотрите, все везде на винтах, то есть думаю, что можно с уверенностью сказать, пресс вечный. Работает, конечно, сказка. Мало того, что человек делает, пошел дальше, делает вот такие вот ручки. Ручка сделана, выполнена с ореха. Ну, вообще, просто сделана шедеврально. Вот. Ну, и вот это вот все, это полный набор. Полный набор. Который стоит весьма и весьма вменяемых денег. На сегодняшний день этот набор уже будет стоить порядка 2000 гривен. То есть, ну, это деньги действительно, которые стоит отдавать за такую вещь. Друзья, теперь по порядку, что зачем нужно использовать. Что может этот набор? По сути, для того, чтобы зарядить патрон и закрыть его звездой, этого набора вполне достаточно. Набор делает вот этой матрицей обжимку юбки. Вот. Делает с помощью вот этой подставки, вот этого приспособления, декапсуляцию. Также точно делаем капсуляцию. Тут абсолютно масса возможностей. Вот. Формирование звезды. Вот такая матрица, которая сделана высоко, качественно. Вот. Потом оправка, которая надевается на патрон. И с помощью финишной матрицы, вот эта матрица, одевается, поджимается, и вот этим грибком закрывается звезда. Вот. Также есть дополнительная матрица, которая формирует конус для полуавтомата. Но, друзья, по большому счету, вот эта матрица, она сильно не нужна. Для переломок она вообще не нужна, а для полуавтомата заменяет вполне ее, заменяет вот эта вот матрица, которая делает без грибка, делает тоже конус звезды. На самой звезде делает конус. Так что с помощью вот этой матрицы тоже можно делать без грибка. Так что вот такая вот, вот такое вот интересное, парни, предложение. Я уже показывал этот набор, как бы, по большому счету, в большой рекламе уже не нуждается. Ну, лишний раз показать вам, я дать ссылочку на приобретение вот этого товара, я думаю, лишним не будет. Уже много кто из людей приобрел этот пресс, вот этот комплект матриц. Люди очень довольны, в том числе и я. Но теперь я могу смело вам показать, вот он какой набор. Вот так вот он выглядит.
потому как был у меня только один набор, я ним нарадоваться не мог. Даже забраковал матрицу OMV, которая, ну, не нужна. Имея такой набор, она просто не нужна. Вот. То есть, вот этот набор и вот этот пресс перекроет все ваши желания по поводу того, чтобы удачно зарядить патрон. Пресс сделан, оксидирован металл. Ну, вообще, просто, ну, сделано с душой, мощно, качественно, просто таких слов нету. Ну, друзья, сейчас один патрончик с вами зарядим по-быстрому, пулевой, чтобы долго не это самое, не показывать, не рассказывать, и заодно посмотрите, как работает этот набор. Ну, в основном для тех людей, кто не видел еще, потому как я уже показывал, в принципе, этот набор в работе, как этот наборчик работает. Ну, возьмем гильзу, однострел. Обязательно, видите, мало на каких наборах есть вот такие подставочки. Подставка – это безопасность, ваша безопасность. Ну, для декапсуляции она может быть и не нужна, но для капсуляции нужна. Так, разворачиваем. Так, гильза декапсулирована. Капсул изъяли. Теперь вот этот вот матрица, которая делает обжим. Можно повернуть. Я, в принципе, как бы немножко еще не привык к ней. Так, обжали. Есть такая специальная проставочка тоже в наборе. Вот, юбка обжата, теперь берем игла, тоже может выкручиваться с вот этого навойника, берем капсуль, ложим на площадочку. Ну, я капсулирую таким способом. Можно капсулировать по-разному. Можно капсулировать и сам. Вот так вот прижимать. Ну, то есть, тут в принципе, набор и пресс этот позволяет сделать это по-разному. Вот. Идем дальше. У нас получается. Сейчас отважим порох. Порох С7, парни. Один и шесть пороха насыпаем. Так. Ну вот, 1,6 пороха. Высыпаем. Вот. Вот, это у нас пулька Люмен, которая весом 32 грамма, уже в контейнере, важить не надо ее, ставим, где наша подставочка, так. Поджимаем. Одеваем вот эту оправку, вот, то есть подставочка, на подставочке стоит патрон, оправочка, формируем звезду. Вот. Поджимаем оправкой, та, которая делает, запечатывает, вот, звезду согнала в конус, в кучку. Ставим
грибок и грибком закрываем. Все, парни, патрон наш готов. Вот такая глубоко выраженная звезда, продавленная глубоко. Ну и как бы финиш, полный финиш, это вот эта матрица, которая делает конус. Ну, этот же точно конус, смотрите, все, конус для полуавтомата сделан. Этот же точно конус можно сделать с помощью вот этой матрицы. Она тоже самая, тоже делает конус. И тоже довольно-таки отлично ярко выраженный конус. То есть комплект можно заказывать и без вот этой финишной матрицы, которая делает конус, потому как с этим делом справляется смело вот эта вот матрица. Для тех, у кого есть наборы уже, пацаны, кто не знает, ну, чтобы понимали и знали, что эта матрица, она вполне себе заменяет вот эту матрицу, которая делает конус. Вот. Так что, вот, с вами закрыли патрончик. Ну, видите сами, прекрасный патрон. Надо сильнее конус, чтобы был более ярче выражен. Ну, чуть-чуть сильнее можно прижать. Смотрите, вообще такой замечательный просто конус получается. Вот такой вот патрончик с пулькой Lumen. Ну, давайте, наверное, еще закроем один патрончик дробовой. По-быстрому. Вся та же операция, уже без всяких объяснений. Так что, поехали. Ну, почему? Вот эти все операции, они, как правило, делаются конвейерным способом. Я, в принципе, показываю на одном-двух патронах. Когда вы заряжаете пачку, эти все операции желательно делать конвейером. Я думаю. Все об этом прекрасно знают. Так, вот происходит декапсуляция. Так, вот происходит у нас обжимка. Гнезда, не гнезда, юбки обжали. Ну, пресс очень удобный, не надо сильно напрягаться, ручка позволяет удобно брать. Так, теперь с помощью вот этого колечка мы выпрессовываем гильзу. Все в наборе, все абсолютно имеется. Ну, можно в принципе, как бы, да, для того, чтобы закапсулировать, ну, иглу желательно откручивать. Можно, по сути, и вот так вот капсулировать. Как бы не суть важно. Тоже, кстати, очень удобно и так тоже капсулировать. Вообще прекрасно. Единственное, что этот набор не делает, не корректирует капсульное гнездо. Ну, это гильзы однострелы. Тут, по сути, этого еще не надо делать. Плотно идет капсуль. Берем порох С7. С7. Вториваем, насыпаем 1,6 пороха. Так, есть 1,6 пороха. Так, высыпаем. Блин. Я кайфую от этого набора. Вообще обалденный наборчик. Очень удобно с ним работать. Так, берем контейнер. Рвем лепестки. Контейнер у нас сегодня на дробовой заряд. Это пыш-контейнер винницкого производства. Винницкий пыш-контейнер. Вот. Ну, довольно-таки хорошей актюрацией. На 32 грамма. Закидываем патрон, поджимаем. Так.
Так, берем веса. Дробь единичка. Ну, это не важно, какая дробь. 32 грамма дроби. Так, перебор. Сейчас берем немножко. Тридцать два грамма дроби. Засыпаем. Так. Засыпаем. Одеваем оправку. Матрица для формирования звезды. Поджимаем, формируем звезду. Поджимаем грибочком. Закрываем. Вот, парни. Такая вот звездочка прекрасная. Прекрасная звезда. Ну и давайте уже, чтобы не этой, как я показал, а берем вот эту матричку и попытаемся ней сформировать конус. Да, парни, действительно, смотрите, формирует конус очень достойно. Покажу ближе. Довольно-таки достойно формируется конус. То есть, имеющие этот набор, вот эту матрицу заказывать не обязательно. Вот. По сути, очень достойно формирует что это, что та. Так что патрон готов, пацаны. Так что, пацаны, ссылочка в описании будет, где взять. Ссылка на магазин OLX на страничку. И номер телефона я оставлю в описании. Где взять этот набор, кому обратиться. Кто возьмет, 200% даю, не пожалеет. Всем удачи, всем пока. До новых роликов!